Хей, йо, гайс, с вами мы продолжаем родить игру под названием Borderlands 2 DLC про сокровище капитана... Капитана. А я, короче, сюда тэпнулся, да, в эту локацию, чтобы что сделать правильно, а мы пойдем убивать дезертиров. Сначала продаем ненужное, чтобы ничего не засоряло мне. 10к. Блин, нужно, знаете, сходить будет и купить орудие за вот эти... машины, когда из DLC вот с машинами проходили. Так, мне далеко бежать? Ну, такое. Сообщение пришло. Интересно, что за сообщение. Блин, ладно, дайте быстренько посмотрю. А ночью утром 22 апреля в Донецкой Народной Республике и в Донецке на поверхности нынче сохнет. Короче, будет мороз. Будет прохладно завтра. Завтра будет прохладно. Так. А, точно, у нас же лифт есть. Сокращение пути открыто. Это он будет, ну, почти быстро. Там, фу, меня чуть не убило. Блин, я мне показалось, либо я увидел там могилку. Нужно посмотреть. Так, убить полобного монстра. Убить полобного монстра. Здесь мы босика убивали. Готово. Изи. Полобный монстр, ты здесь? Ой, он бутылками пуляет. Ой, меня зажали. Готово. Я помню его полный монстр, вечно похватил тем, что взорвал приют. А, это, фу! Если он прикончил немало детей, не хватает этого просто... Ладно. Дайте, пожалуйста, редий. Не пуш... О, автомат охерительный. Автомат хороший. Блин, нужно будет, знаете, в хранилище сейчас слетать, посмотреть, что у меня вообще за предметы. Но автомат очень хороший по видам. 44 обоймы. Скорострельность довольно тоже хорошая. Урон большой. Если смотреть то, что мы вообще с вами по классу штурмовик... сундук, который не открывается. Прикольно. Поэтому как так. Хорошо. Я почему я не просто ливнул и зашел заново? Я хочу посмотреть внизу, там мне показалось или нет. Насчет могилки. Да, мне показалось. Все, чао. Чао. Как он там кристаллы свои разбрасывает. Мы сейчас быстренько телепорт заюзаем, быстрого передвижения. И продолжим. Блин, так, теперь нам нужно с вами в ржафе отправиться. Так, убить безумного Терри, подождите. Это у меня продолжается, да? Ах, так, вон оно как даже. Ничего себе. Я думал, один дезертир, оказывается, нет. Нам как раз, видите, туда нужно, куда нам сейчас нужно. Полетели. Еще сюда бы посередине сундук положили.
Было бы прикольно. Так. Наставили лучше вот такие сундуки для патронов, а такие спрятали бы хотя бы одну оружку. Любую там. Чисто рандомно. Так, хорошо. Мне нужно ржавь. Так, ржавь, подождите, это он... блядь, сейчас мне хер знает, сколько бежать. Сразу смотрим по карте. Так, легко. Так, давайте, короче, сделаем так. А, тут, по идее, лифт я мог вызвать, нет? Да, я могу лифт вызвать, и все. А, я так подумал. Побежали. Сдохнуть я не должен, поэтому нормально. А, вон у него что, у него вампиризм. Не, вот это просто что ждать, я мог бы сюда быстро проехать и все. На своей машинке. Ой. Да, блядь, ну не зажимайте так. Да не, это читы. Смотри, пацаны, ну это читы. Читы, 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 читы. Да, 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 иди нахуй. Опасно. Опасно. Так, вверх. Ой-ой-ой. Нормально, бежим. Что тут по сундукам? Только туда, да, мне показывают, за сундуком можно пойти. Ну, пошлите по стрелочкам. А, тут каюта есть. Нифига себе. А здесь есть сокровища. Блин, но здесь все равно мало дается. По урону именно предмет. Походу, самое то, что я мог забрать, я забрал уже. Так, хорошо, теперь мне нужен десерт, десерт, десерт. Черт, не могу вспомнить, как звали этого дезерта, что-то Тейлор, Тейнер, что-то вроде. Ого, что это имя? Я точно Терри. Его звали Терри. Фу, я едва было не почувствовал себя. Каждый дезертир кончились, возвращайся за наградой. Так,
все, да? Ну, это понятно, что я к ней вернусь. Так, теперь сюда. Так, давайте побежим, чтобы меня, главное, не грохнули. Здесь мы все замутили как надо. Блин, ну мне, походу, еще взять охладитель. Блять, это я все равно круг херячу. Я все равно круг делаю. Плохо. Это плохо. То, что я делаю круг, это плохо. Ладно, хотя бы хп восстанавливается. Но это когда меня никто не трогает. Сейчас быстро мы с вами все это пробежим. Пока хп восстановится. Пока это. Там они паутинку в меня пуляют. Ой, попали все-таки. У меня оно быстро регенится. Поэтому нормально. Поэтому все нормально. Так, подождите, это мне нужно на корабль, который взрывался. Я застрял. Так, хорошо. Сразу на корабль. Сразу на корабль. Да, я отхиливаюсь. Фух, пронесло. Здесь меня пронесло. Ой, нихера не вижу. Плюс замедление. Я могу турель, в принципе, бросить в них. Да, нафиг надо. О, ворота открылись. Ладно, полетели. Ай, бля, мне туда нужно. Там мне куда наверх? Окей. Немножко подзорвался на работе. Так, главное, чтобы мне щит полностью не сбили. А, он восстановился. Кстати, а чё у меня так мало щита? У меня же было 7000, разве нет? Одна ещё хочет получить. Кто следующий, а? Так, побежали. Тут у меня как-то брони стало мало. А ну-ка, стоит. Что у меня хотя бы за броня? 35-й, ну это мой. Это моя броня, это точно я знаю. Тогда я без понятия. Так, здесь у нас был просто мост. Так, 14 минут, ну блин. То, что тут заставляет полностью всю локацию пробегать, вот это да. Взять двигатель турели. Мне наверх, походу, нужно. Да, наверх. Так, это у нас задание тоже в солях. Теперь бежим к челику нашему. Так, сюда, сюда. Просто бегаем влево, вправо, чтоб не попали. Там турель всегда была? Я турель-то впервые тут вижу. Наебано. Ага, мне так не дают.
иди в сраку, пошел! А, он меня хотя бы это... не коснул. Ну, коснул. А, я. Вы поняли, короче, говоря. Так, за мной еще те твари бегут. О, ящик Пандоры, вот. Мне еще нужно сотку открыть, и все будет отлично. Поликритный у тебя? Давай его сюда. Поликритий. Поликритен. Это сюда, здесь зажать, тут щиточку обрезать. Ага. Вот, последняя часть компаса. Часть компаса, которая была у Герберта в идеальном состоянии. На небольшой... так. Мятину просто не обращайте внимания. А теперь отдай это Скарлетт вместо с пленками. И она снова полюбит меня. А если нет, я послежу за ней. И буду нюхать ее. И заставлю влюбиться меня. Ха-ха-ха. Или полюбить меня. Часть компаса у тебя? Отлично. Теперь отдай Герберту подарок, который я тебе дала. И возвращайся. Подарок от Скарлетт. Так я и знал. Я знал, что я ей не безразличен. Мне кажется, что взрывчатка. Ого, Герберт, мне так жаль. А, я же забыл сказать, что при тебе все равно была тактическая бомба, да? Прости меня. Тащи сюда последнюю часть компаса, скоро мы узнаем, где закрыт... закупан склад. Трусики твои. Ладно, полетели. Так, мне достаточно аж отсюда спрыгнуть. И там доедем. Прыгнуть сюда, и там доедем. О, тихо. Ну, блин, это за все, понимаете? Это не за... не за одну бумагу, а за все. Дали 85. Тут, получается, по пятерочке там кидают. По пятерке, по два. Ну, не сказать бы, что тут так сильно высоко, если я упаду. Тут не так уж и высоко. Вернусь, капитан Скарлетт. Как раз сейчас мы к ней вернемся и сдадим два задания на доске объявления. Так, а там есть где тачку взять? Кажется, есть. Ну, не тачку, это лодку. В нашем случае это лодка. Так, соленые равнины. Даже так. Даже так. Не, я понял, что это за место. Тогда я лучше с помощью быстрого тэпа туда доберусь. Давайте сразу... А, у меня все равно по заданию еще вещи дадут, может быть. Соленые равнины. Но последняя, это получается локация, куда меня отправят, это к маяку. Так, наконец-то последняя часть в порядке, и теперь вы можете собирать компас капитана Блейда и узнать, где находится сокровище песков. Гарберт. Пришло время собрать компас воедино и узнать, где капитан Блейд закрыл свой клад. Вот. Это моя часть компаса, бери. А теперь соедини ее с остальными тремя частями компаса вон на том столе. Ну вот, компас песков. Пожалуйста, возьми его. А теперь пора найти сокровище. Отнеси компас на маяк Монгиса. Вот так, маячок, маячок, хорошо. Так, благодаря вашим усилиям, остальные члены экипажа Скарлетт трижды подумают, прежде чем подыскивать себе другое занятие. Так, точка Матоса... А, быстрее льви, заводите моторы. Так, точкомат на стрельбище. Раз. Я просто не могу не добиться, что жирная просьба не беспокоится. Это была всего лишь шутка. Но на самом деле... Чё?
Спасибо, я думал, потребуется не меньше недели, чтобы сформировать эту штуку здесь. Выбьешь еще на инаслажды, даюсь, и заплачу тебе аванс. Вот такой я хороший. Удачи. Привет, я Натали, и я просто обожаю гонщиков. Покажи, как быстро ты ездишь на пескоходе. Мне это все кажется сексуально привлекательным. Так, переехать через точку спар. Тыка-тыка. Короче, гоночки. Гоночки? Давайте гоночки. Поехали. Подожди, это в другой локации? Нет, это здесь. Капитан Блейд построил маяк Магнуса за несколько лет до своей смерти. В его записях сказано, что если принести компас на вершинку маяка, он укажет место, где закрыт склад. Конечно, в записях Блейда тоже много говорится о тайном обществе разумных пирожков. Под конец у него совсем ушла крыша. Так, проехать через точку старта. Полетели. Добрался до первой контрольной точки. Добираемся и сразу это. Мне нужно чисто на них, да? А, я понял. Ну, по возможности буду сразу юзать. Главное, чтобы я успел все это сделать и проехать. Так, дальше. Через это место. Я ведь гонщик. Быстрее любви. А при чем здесь любовь? А вот это вот. Так, и мне нужно туда и вниз. Ну, в принципе, у меня еще целая минутка есть в запасе. Бля, зря, сука. А, я думал, наверх куда-то нужно будет идти. Давай, 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 давай. Успеем. Пятая контрольная точка. Теперь куда? Там, где Скарлот. Все. Какая быстрая езда, возвращайся, я расскажу тебе, как ты мне нравишься. Быстрее нужно говорить не как ты мне нравишься, а насколько ты мне нравишься. Если уже ну, то пошло, ну типа, знаете, так, не знаю. Как они могут стрелять по мне через стены? Что за бред? Как так привязал труп? Какие дела? К вам привязался труп. Такие дела. Ты очень быстро ездишь. Ба-ба-ба-бум! Я сексуально, и ты привлекаешь меня. Спасибо. Тома, звали ебало. Так, все, нам осталось с вами поехать только до маяка. Где находится хотя бы? Ага. Он у нас там находится. Ну, в принципе, побежали. У нас время есть. 24 минуты сейчас. Так. Сразу в ту сторону. Больше у нас доп миссии нету. А там, короче, будет задание какое-то доп. На маяке. Ага. Просто бежим, как и всегда.
Там проклятый пират. Вау! Ни хрена себе. Вот это меня коснули. Скорее всего, это тот пират чертов. Походу, это тот пиратишка. Ну, проклятый который. Походу, мне когда броню снесли, там вампирин жесткий сработал. И он... Да, это походу он меня ударил. Пиздец, я чуть не сдох. Так, открыть ворота, войти в маяк Магнуса. Так, рычаг. И маяк Магнуса. Ой, туда еще подниматься нужно. Ну, вон, вижу маяк. А ну-ка, что у нас... Жетончики. Урон, емкость там. Шанс, урон, скорострельность. Урон, шанс, максимум уровень. Так. Ну, это можем продать. Ну, локация. Ну, вот это только, походу, участок и все. Так, припасы. Так, сохранение. Блять. Потрачено. Таять, ну дробовик. Все есть. Ну, как хотите, можем пойти дальше. Либо закончить на этом. Так, там что-то есть. Пираты, склад оружия показывают. Да ладно, давайте, наверное, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.